Всем привет. Короче, всем здравствуйте. Короче, что я вам хочу сказать, ребята? Я думаю, что это будет самое эмоционально окрашенное видео, потому что я надеюсь, ветер не сильно заглушает и ветер в мою сторону, поэтому хреново слышно, наверное, да? Но я буду как можно громче кричать, потому что самое страшное впереди. Короче, мне нужно срочно, как всегда, не вовремя я приехал. И я еду на велосипеде в Павшинскую пойму. Я договорился случайно на Авито, увидел, мне нужно было купить, как оно называется, сетевое хранилище. Вкратце объясню, что это такое. Со сменой компьютера у меня уменьшается память в компьютере. И для того, чтобы не засорять весь свой компьютер, а поверьте мне, за многие годы там много скопилось, около, по-моему, 6000 файлов. Это и фото, и видео. Это при том, что я периодически чищу, удаляю. Но все равно жалко. Жалко удалять фотографии какие-то там. В общем, я решил купить такое сетевое хранилище, которое будет стоять дома и которым я могу пользоваться из любой точки мира, зайдя в приложение в айфоне или в компьютере и просто взять ту фото или видео, которое мне надо. И я нашел чисто случайно на Авито, женщина, девушка там продает 4 терабайта, вы не поверите, за всего лишь 8 тысяч, хотя цена у них там от 12. И так вот, по сути, в течение обстоятельств оказалось, что это совсем рядом. Но я позвонил Захарову, я говорю, может быть, там покатаемся заодно. А он, кстати, до примерки. Я ему еще говорю, ты там поменьше, до примерки, башмаками дошвыряй. Он где-то в Химках поехал. И вот он из Химок сейчас пишет, надвигается ураган. Смотрите, какое небо. Поэтому не знаю, успею ли я доехать. О, боже мой. Вон сзади ураган тоже надвигается. Куда ж ты едешь, паразит? Еду опять через любимую деревню. Я, кстати, в прошлый раз так и не понял, что вы мне некоторые писали про какое-то движение, что я неправильно еду. На велосипеде-то какое-то движение может быть? Тут все в разные стороны ездят. По какой-то правой или левой стороне. Не понял вообще ничего. Где вы увидели это? Вот деревня, как деревня. Я думаю, что на велосипеде можно в разные стороны ездить. И, конечно, там нужно соблюдать какие-то правила, но не все лежат. Вот. Не знаю, попаду, не попаду. Вообще люблю, конечно, так, ну, чтобы не сильно промокнуть, люблю попадать, но посмотрим. Самое интересное, конечно, наш гидромедцентр оставляет желать лучшего. С понедельника, все ничего у нас, четверг уже, наверное, да? Каждый день вечером присылали смс-ку, что предупреждение, ветер, ураган, будьте аккуратней. И все 3 дня было солнце. И вот сегодня, когда не пришло смс-ки, оповещение, что надвигается что-то страшное, хотя, может, и не надвигается, но тучки черные. Вот не пойму, я вот, смотрите, я ехал по этой же деревне, здесь во все стороны едут машины. А я что, где нарушил-то, ничего понять не могу. Тем более на лосопедке-то. Так, я теперь знаю короткую дорогу. То есть вы хотите вот сказать, смотрите, но я, правда, здесь в прошлый раз не ездил. Вот кирпич, да? Типа мне сюда нельзя. Типа оттуда только все люди едут. То есть вы хотите сказать, что вы на велосипеде здесь тоже не поедете? А поедете вокруг? Всю деревню объезжать? Наверное. В общем, витрина. Давайте, когда еду туда, как куплю, покажу вам. Ой, ворота открываются. Так пахнет костром каким-то. Я, кстати, не знал, что если в деревне есть церковь, то это село. Если нет села, то это деревня. Прикиньте, вот что значит городской житель военного городка. Никогда об этом не знал. Так что поселок Павшино. Ой, село или поселок. А это что у нас цветет?
все, ребят, включусь, когда уже там буду. Вон мне вот туда, вот за вот эти вот высотки мне надо ехать. Ой, какая веранда, вот домик стоит белый. И какая там веранда клевая. Я бы вот честно здесь очень хотел бы иметь домик рядом с домом. Я и летом бы здесь жил. Тишина. Кто-то там написал. Где такое находится? Где люди? А где люди? Не знаю, где люди. Все, включусь позже. Чё-то, короче, походу чуда не будет. Никакого эмоционально окрашенного. Все куда-то рассосалось. Ну вот там еще есть чуть-чуть. У меня сейчас упал телефон, представляете? А я только вчера повесил на него защитное стекло. Повезло. Ничего не разбилось, кроме стекла. Я уже его снял и выкинул. Все, сейчас девушка спустится. Покажу потом. Все-таки дождик пошел. Пока еще не сильно, я вон под крышей стою. Ой. Да что с моим телефоном? А дождик все сильнее и сильнее. Вот видите, уже все началось. Давайте быстрее, быстрее, девчонки. И вот как я теперь, поеду, скажите, ну, грибной, надеюсь. Все-таки началось. Вот как я поеду, а? Я уже купил его, положил в пакет в рюкзак, чтобы не намокло, поэтому дома покажу. Ну, там ничего особенного, коробка. Да. Весело. Стою, как бедный родственник. Велосипед мой вон. Давай, быстрей. Намок, да? Бедный. Там все затянулось в мою сторону. Боже, вот прям 5 минут назад все нормально было. Ну тут варианты два. Либо стоять ждать до бесконечности, либо просто ехать и все. Ну нет, ехать это... Я где-нибудь упаду точно, потому что скользкое. У меня все-таки велосипед не горнолыжный, а городской прогулочный. А какой тут городской прогулочный? Что это за прогулка? Может пойти мороженку сожрать, а, Дикси? Иногда же можно позволить себе. Самое ужасное, что он все сильнее и сильнее дождь. Велосипед мой там поливается, ведь. Все-таки попал я. А что показывает этот? Температура, погода. Давайте посмотрим. Так, ну судя по тому, что 50% это ровно сейчас, а потом все 80, 90, 90, 90. До 8 вечера. Ну что, ну круто, Красногорск солнце показывает. Переменная облачность. Apple погода врет. Конца и края нету, а? У меня уже все ноги промокли. Вроде бы заканчивается. Не надо, не давай мне какие-то с тобой пойдут. Все. Ты так и подкашешь. А помните, как в детстве, если пузырики вот на лужах есть, то говорили, что это надолго. Кстати, пузырьков сейчас нету. Значит, ненадолго. Минут 20 стою, наверное.
В любом случае намок, но надо идти. Может быть, я передумал. Я прошелся вот так вот чуть-чуть. А дождь оказался такой мокрый и холодный. Тара-тара-там, тара-там, тара-тарам. Тара-тара-там, тара-там, тара-тарам. Девушка, снимите пальто, это моя любимая клеточка, дайте мне его. Я из него подушечки пошью. Ой, не могу, ой, не могу. Лето, Москва, проспект Вернадского. Любимая музыка в ушах, дождь. Ой. Я, конечно, понимаю, что я не сахарный и не растаю. Но когда ты мокрый и вот едешь на скорости чуть-чуть, холодно. Но уже практически закончился дождик. Я уже проезжаю в Захаровский дом вот там. И все, и я буду дома скоро. Все-таки летом, знаете, когда жарище и дождик теплый. А тут дождик совсем не теплый. Мокрая, холодная вода. Фрутоландия. Не надо вам? Я уже почти дома. О, после дождя такая свежесть. Морозного утра. Посмотрите, какой зеленый клен. Там шумит. Как нам эта песня? Там, где клен шумит. Ла-ла-ла. Дальше слов не знаю. Ребята, вы просто посмотрите. Тоша, ты переплюнул сам себя. Как? Объясни мне, как? Неужели по лестнице? Тоша, стой на месте. Ты что, куда-то... Ой, тихо, тихо, мой мальчик. Объясни мне, как? Как ты умудрился сюда залезть, пока меня не было? Иди сюда, все. Ребят, вы просто посмотрите на уровне просто моего лица. Вот. Он залез вот на самый верх. А в следующий раз что будет? Вот там он будет сидеть? Тоша, ты что, с ума сошел? Ты все, у тебя все попадало здесь. Ты хочешь на пилу на эту насесть? Фу. Я, честно говоря, я в шоке. Неужели вот так, как по лестнице? Она же здесь плоская. Как можно было забраться? Максимум он забирался. Это вот, нет, вот здесь было, по-моему, вот здесь было. А это вот там. Ну ты даешь. Тоша, ты просто переплюнул сам себя сегодня. А что ты мне сейчас пытаешься объяснить-то? А? Тош, объясни мне, что происходит? Меня не было всего час. Что, мой мальчик, что? Что? Все, с ума сошел, да, сразу? Да ты ж мой карапуз. Да? А-а-а. Так, ладно, Тош, мне надо сейчас поработать с документами. Мы с тобой еще, мы сейчас еще к нему вернемся. Тош! А что у тебя опять тут глазик? Тошка, ты не хочешь поболтать? Все тебя только и просят, все тебя любят. А я, говорят, не люблю, издеваюсь над тобой. Но это же неправда, Тош. Да? Да. Ты же меня не любил бы так за то, чтобы я издевался над тобой. Да? Да? Да, Тош? А одна сумасшедшая мне сказала, что я старый стал. Похудел и постарел. Тош, ты-то вообще уже, сколько тебе, почти 10 лет. Пенсионер. А все молодишься. Все бегаешь туда-сюда. Запрыгиваешь хрен знает куда. А, Тош, прекращай. Прекращай, что это такое? Иди сюда. Слушайте, я, представляете, сейчас купил креветок. Маленькие такие вот. Они мне еще сразу не понравились, когда я вез их в машине, они были замороженные. Ну, я думаю, что если сейчас человек с улицы зайдет, он просто упадет в обморок, потому что такой тухлятины. В общем, я их все успешно и выкинул.
Надо, наверное, пакет этот выкинуть, потому что... Сказать, что воняет в квартире, ничего не сказать. Завязать надо хорошенечко. Ну вот как так можно продавать такие креветки, пропавшие? Просто вонь, просто несусветная. Тож. Я думаю, что ты чихаешь? Сейчас я выброшу сюда. Оставлю здесь пока, чтобы потом забрать. Вот эта штучка, которую я купил. MyCloud называется. На самом деле на 2 терабайта. Она меня обманула. За это она мне сделала скидку. Вот она как книжечка такая. Ставится вон там, вот где Wi-Fi. К нему подключается к роутеру. И понеслась, родимая. Еще в пленочке. Так что все будет нормально. Тоже? Тоже голос? Тоже. Тоже голос. Ну дай, пожалуйста, голосочек свой. Ой. Иди ко мне, иди. Иди, мою мордочку. Да? А поцеловать? Нет? Тимур Слезский. Язычок на бок. Тошка. Обнял, приподнялся, поцеловал. Ой. А я-то думаю, что ты хочешь сказать-то, а ты вот что. Ну ладно, Ташуль, все, давай прощаться. Хорошего понемножку. Попозировал на камеру и все. Каждая минута это у нас тени у Бузовой бесплатно сниматься. Понимаешь? Ты у нас модель мирового уровня. Не размениваешься тоже, как некоторые. Поэтому веди себя прилично. Все. Иди на примерку. Иди. Одевайся. Готовься. Все, ребят, я вас всех обнял, приподнял, поцеловал. Спасибо всем за внимание, за просмотр. Всех люблю, целую. До новых встреч.